Там это черная дыра. И мы как будто едем. Так, ну мы продолжаем наше обсуждение, размышления, вопрос. Воспитывать или воспитываться? И мы вот сейчас из парной, может быть, какие-то новые мысли возникли в голове нашей. Вот. Ну, как мы уже некие такие итоги, да, подводим. Понятно, что когда что-либо или кто-либо занимается воспитанием кого-то, как мы уже предположили, то это, скорее всего, больше с какой-то выгодой для того, кто занимается именно этим воспитанием. Ну, смотри, там, воспитать хорошего спортсмена. Это значит, опять, получить какую-то выгоду из этого, ну, для, да, меня. Конечно, как тренер у тебя. Да, так. Да. То есть, опять, если мы занимаемся воспитанием, значит, это какая-то есть обратная сторона, то есть получение выгоды к себе. То есть, с точки зрения такого вот понимания так называемых боевых искусств, или там, да, будо, путь такой воинский, или там то, что мы изучаем, боевые искусства, там, айкидо, дзюдо, не совсем может быть и правильно. А знаете, вот есть такой принцип самосовершенствования. Вот, а если мы занимаемся воспитанием, ну, как бы, воспитываемся сами, вот мне кажется, вот здесь вот уже мы не, ну, как бы, нет у нас... А здесь уже обратная сторона выгоды, Влад, посмотри. Я вот сейчас подумал. Когда я сам себя воспитываю, обратная сторона выгоды, я становлюсь лучше для мира. А если я начинаю воспитывать кого-то, тот, кого я воспитываю, должен стать лучше для меня. Как тебе вот такая мысль? Мне, знаешь, какая... Или лучше для там той организации, для ресторана. Понимаешь? Но сейчас вот мы рассуждаем, ну, на каком-то, на своем уровне. Для кого-то он может показаться детским. О чем они там говорят вообще? Ну, непонятный такой. Угу. Но мне понравилось, вот сейчас я тоже думал, как бы слушал и думал. Воля, да, человека. Вот, ну, воспитание – это воспитание. Это что значит? Самовоспитание – это ты взращиваешь свою волю. Волю. Ну, угу. Понимаем, что такое воля, слово. Это когда-то... И воспитание – это навязывание своей воли уже человеку. Самовоспитание. Ты свою волю воспитываешь, и ты начинаешь управлять лучше собой. А воспитывая кого-то, ты свою волю как бы, как это, внедряешь, как... Ну, опять... Навязываешь. Вот. Да, значит... Навязываешь свою волю. Значит, опять-таки, это с какой? Корыстная цель некая такая преследуется. Как мы понимаем, когда ты кого-то воспитываешь, это корыстная цель. Ну, так... Может быть. В конечном итоге. Ну, а как не так? Ну, давай посмотрим не так. Давай посмотрим не так. Нет, когда я кого-то воспитываю... Ты вот... Как это? Не ведаю то, что творят. Вот может же такое быть. То есть ты... Пусть мне будет не хуже там 10 раз, но ему тоже будет плохо. Понимаешь, есть такой деструктивный тоже. Мы сейчас про позитивный аспект говорим, но нельзя... Вот, да. Мы же живем про деструктивный. То есть ты делаешь и себе хуже, и людям хуже. Ну, и ты идешь на это. Или, как говорят, пилишь сук, на котором сидишь. Пилить сучки хорошо, но если ты на нем сидишь, это превращается в плохо. То есть, ну вот, хорошо-плохо меняется местами иногда. Так что и воспитание бывает, это хорошо, и для тебя, и для человека, кого ты воспитываешь. А может и поменяться местами, что в определенный момент надо и от этого отказаться, скажем так. От того, чтобы навязывать свою волю кому-то. То есть... Вот, а вот смотри, это... а вот как вот педагог, да, я прихожу, когда, вот смотри, подход какой, я прихожу преподавать с такой мыслью, ну, с такой идеей. Я сейчас преподаю для того, чтобы через моих учеников я себя воспитал, в себе воспитал хорошего педагога. И отсюда, может быть, как раз выходит вот некая... обратная сторона, воспитав через своих учеников в себе хорошего педагога, я спроецирую это на своих учениках,
И таким образом они смогут увидеть это, возможно, и также начать воспитывать в себе, ну, какие-то качества. Что-то сложная модель. Сложная? Ну, для меня, по крайней мере, может, для кого-то и такая. Ну, не, я как-то вот смотри. Вот я раньше все время, почему? Я недавно только вот так глобально задумался об этом, а сегодня вот мы это обсуждаем с Владом. Да. Ну, правда, с Владом нет у нас еще, может быть, и нескольких наших вот друзей, которые могли бы, может быть, скорректировать, нести больше, расширить, вишенку, углубить. Вишенку. Как говорится, расширить, углубить и так далее. В этом смысле. Но вот так. Я раньше не думал об этом. Я приходил вот на уроки, и я опять, вот когда я работал учителем в школе, знаешь, как это было, есть такое понятие физическое воспитание. Урок физического воспитания. Угу. То есть я начинал физически воспитывать, ну, типа, да, детей. Че, нет, не физически воспитывать. Физически воспитывать — это наказание. Да, опять-таки, а нет, урок был такой, нет, урок физической культуры, но было такое понятие еще, как физическое воспитание, да? Вот, тоже, как ты говоришь, физическое воспитание. Но на самом деле, а как я воспитывал? Я показывал упражнения, что и происходит сейчас, некое наказание. То есть, если ребенок плохо выполнил, я ставил двойку. Хорошо выполнил, я ставил пятерку. Теперь, если возьмем это любое там спортивное учреждение, значит, если я воспитываю чемпиона, да? Тебе пятерка. Значит, дальше он идет, нет, если я воспитываю чемпиона, и он идет на соревнования и проигрывает, мне двойка, ему двойка. А если я воспитываю на уроке физической культуры, в первую очередь, себя как педагога, здесь нету оценочной деятельности, понимаешь? Здесь критерий. Ученик. Видя, что я воспитываю себя как педагога, воспитываю в себе вот эти педагогические качества разные, их может быть много, да, и отношение к ученикам и так далее и тому подобное, и все это видит ученик, что, ой, нифига себе, а учителю уже там за 65, а он все-таки, ну, полсекунды уголочек-то все-таки как-то держит, он себя, я вижу, что он в зале, он постоянно себя как-то улучшает, и так и получается, ученик тянется за этим, и получается, что... А если в спортивной составляющей, иногда бывает такое, иногда бывает педагог, который абсолютно не... Вот ты знаешь, я сейчас вспоминаю своего классного руководителя, ну, давно уже, так сказать, покойного. Он у нас вел физику и информатику. И я вот только сейчас вот подумал об этом. А он же занимался самовоспитанием. На тот момент это был там 89-й год, это, ну, 90-е, это последний вот 9-10 класс. И я вижу, что он занялся... Каким образом? Он не воспитывал в нас любовь к физике. Он не воспитывал в нас любовь... Я сейчас вижу, что он воспитывал в себе любовь к физике. Он так готовился к уроку. У него был план урока всегда, у него тетрадь на столе. То есть и мы когда проходили, мы видели... А мы тогда смеялись. И мы тогда смеялись, говорили, о, он ничего не знает, у него здесь все записано, что нам... А мы не понимали тогда, понимаете, мы не понимали, что это именно план ведения урока, он таким образом себя воспитывал. А? И нам пытался это показать. Он так вел урок, вот я сейчас вспоминаю, на самом деле, и таких мало учителей, я не такой, понимаете? Я не такой, я сейчас вот понял, что глобальная ошибка моя была. Моя глобальная ошибка, что я пытался воспитать кого-то, но не воспитывал себя. Вот и завернул. Поэтому... Никогда не поздно. Поэтому мы и делаем в начале марта наш тур по югу России. И основа этого тура именно воспитание себя. Мы себя таким образом сейчас попытаемся воспитать. В разных ситуациях. В том числе и в ситуации, когда мы будем, так сказать, в одной подводной лодке ехать на протяжении почти 4000 километров. Мы проедем. Поэтому мы замкнутое пространство в парилке тренируемся. Да, и мы пробуем вот воспитать себя. И то, что мы будем даже вот с точки зрения наших мероприятий, которые мы будем проводить,
мы можем немножко озвучить. Может, но, Роман, будет... но ты скажи, что это продолжение. Это не такая вот, мы хотим попробовать. Не, это продолжение это того, мы... что уже было. Это сделано. Ну вот, преимущество-то в чем? Что это уже не попробовано, а эта система отработана, она как мы бы... пытались себя уже воспитывать в этом. Да не то, чтобы... А что, да нет? Мы... Нет, мы это делали, но делали это в Москве на маленьком расстоянии. А теперь мы настолько выросли, что готовы это транслировать уже в более... А я бы так сказал, Влад, мы не выросли, а мы пытаемся расширить воспитание свое. Mm-hmm. Расширить, то есть углубить вот это понимание личного воспитания и показать это другим, каким образом мы вот это... Поэтому наш, ну, как бы мы такой некий анонс, да? У нас в начале марта планируется турне. Оно пока, значит, подразумевает такое посещение... Стадии согласования. В стадии согласования, но уже есть некие такие точки наши опорные, да? Это Таганрог, Анапа, Туапсе, Сочи, Майкоп, Армавир. Вот такие. Братовщина. А, ну, оно началось. Оно началось отсюда. Оно уже... Вот такие у нас точки есть опорные, где мы вот... И там можно прийти, да? Да, так. Если вдруг у вас будет желание. Ну, кстати, на следующей неделе уже будет какая-то программа готова. И ответственные, да, там по территориям? Ну, не то, что ответственные. Опять, видишь, мы как хотим на кого-то... Нет, ответственные это мы. А принимающая сторона, но ну, чтобы с ними можно было связаться и сказать, вот ну, вас, я думаю, что кто-то... программа будет, а с нами можно иметь связь, это мы же не на Луну, как бы есть контактные телефоны, можно как-то скорректировать. Нет, ну кто-то вот рядом с Таганрогом, они захотят. А, ну кто, да, конечно. Кто-то в Сочи, я имею в виду, и там, чтобы не мы там, нам позвонили, мы перезвонили там, а вот именно непосредственно. Опять, мы хотим на кого-то переложить? Конечно. Ты хочешь переложить? Я же этот... Ты хочешь воспитывать? Ты уже самовоспитанием, а я еще это продолжаю. А ты еще воспитываешь других. Я как руководитель. Это этапность, понимаешь? Сначала мы воспитываем кого-то, а потом мы начинаем воспитывать себя. А потом снова кого-то. Поэтому, если кому-то интересно увидеть, как мы воспитываем себя, можете прийти на эти мероприятия и увидеть, как боевые искусства могут воспитывать таких, как мы. Вот. Да. С вами был Роман Карасев, Влад Макаров, и вы смотрели «Планета Дзюдо». До новых встреч. Ждите книгу. Ждите книгу, ну и анонс наших мероприятий. На сайтах будут ссылки в этом видео даны. До новых встреч. Пока-пока.